Я думаю, что в целом мы контролировали ход игры и в первом тайме, и во втором тайме. Во втором тайме мяч мог быть, и еще больше было у нас. Но если в первом моменте, в первом тайме у нас еще были моменты, то во втором тайме, к сожалению, создать что-либо серьезное у ворот соперника, так, в принципе, не удалось. Мы знали, что Краснодар очень прилично играет в обороне. Вот, знали, как они играют. Вот. Но во втором тайме, мне кажется, так еще и эмоции несколько захлестнули. В актив можно отнести игру отдельных футболистов, таких как Хиялов, как Агаларов, вот, Аделя, я бы отметил тоже. Вот, Диего, мне кажется, в первом тайме так прилично очень выглядел. Ну, это я отмечаю тех игроков, которые, значит, как мне кажется, в какой-то момент потеряли свою игру, а сейчас так улучшают. Вот. Ну, а к негативу я бы отнес, конечно, то, что мы против обороны организованной, обороны с участием большого количества игроков, все-таки мы не находим решения для того, чтобы вскрыть эту оборону. Немало и на тренировках над этим работали. Вот. Ну, таких, конечно, нестандартных решений в атаке у нас было. Ну, желательно, чтобы было больше. Вот. К негативу еще можно отнести некоторые фрагменты, связанные с игрой в обороне. Первое – это то, что мы в нескольких случаях там, прямо в центре нашей обороны, позволили распорядиться мячом этому Трауре. Хотя в целом я доволен, как сыграли вверху, прибавили заметно. И Гаджибеков, и Тагирбеков заметно прибавили вверху, не уступили ему, даже когда играли вверху, этому футболисту, хорошо играющему головой. Ну, пару раз выпустили за спину. Вот это то, что можно отнести к такой критической части нашей игры.